Так, итак, всем привет, друзья, вы на канале Виконста. Собрались мы с Катей поехать в Донецк-Сити. Открылся какой-то новый магазин. И заодно как раз проверим, что там у нас продается. Ну а мы будем ехать туда. В общем, друзья, у нас сегодня воскресенье. Для Сити это. Я думаю, людей там намного больше, чем в обычные будние дни. Посмотрим сейчас по занятости парковки. Что у нас здесь происходит? А что, надо где-то искать место себе. Ну давай сюда проедем. Ну, тут все занято. Вот свободное место. Сейчас мы задом станем. И вот. Либо вот. Да и вон дальше. Да давай вот сюда вот. Припаркуемся. Все четко в лузе. В прошлый раз здесь Prius продавали, а сейчас уже Volkswagen Jetta. Здравствуйте. Людей многовато. Вот вам и открытие нового магазина. Пошли на босоножки, да? Ну, Джон, я вообще все хочу посмотреть. Ну, посмотрим сейчас, что. Может, и я что-то себе прикуплю малость. Ну, сколько такой купальник стоит? Вот. 900 рублей. 900 рублей. Ну, нормально. Еще цены более-менее. Тут, конечно, а эти почем? На вот эти. 600. О, этот 600. Короче, можно смотреть все, что хочешь, и брать, если понравится. $1045. Ну, короче, цена около косаря рублей. Это чуть покруче, видимо. А нет, еще дешевле, 685. Рублей. В общем, друзья, есть все. Чемодан в путешествие. 2200. В общем, пока магазин новый, я думаю, цену не будут сильно поднимать. А потом уже будет видно. И в среднем цена косарь. Ну, вот, ребята, еще майки. 310 рублей. Еще. Такие футболки по 415. И спортивные костюмы. 1530 рублей. Вот штаны и пайка. А этот 1620. По 500 рублей. В среднем. 500-600.
футболке. Такой костюмчик. 4320. Этот прикольный. Одинаковая цена. Аналогично. Турция. Короче, прикупили купальник. Сейчас идем в обувной магазин. Никого нет, а уже пищит. Выбираешь, что хочешь. Полки с обувью. $450. Комплект постельного белья. 2300 на подарок кому-то. Прикупить можно. 1800. Друзья, ну вот шлепки 270 рублей. Любые мокасины, сандали 594. В общем, друзья, есть все, что хотите. Давайте пройдемся по мужской обуви. 1170. И кроссовки. Давайте. К примеру, вот такие. 1125. Ну, приблизительно ценник вы поняли. Пойдемте дальше. 864. Обуви вполне и достаточно. Молодежные. Ну что, прикупилась мало? Да. Что, почем? Санушечки. 1002? 1080. Так это еще нормальная цена. На сезон должно хватить. А здесь у нас детские аттракционы. Ну, друзья, сегодня на катке хоть кто-то есть. А так в прошлом видео здесь пусто было. Но опять же, сейчас 2 часа дня. Людей маловато. Ну ничего, как есть. Актуальное расписание кино на 20-26 июня. Чтобы побольше можно было набирать и лупить с него за 508 рублей. Такой рюкзачок. Набрал воды и долбишь. Какие? Нормально. Слышите, ну-ка. Да возьмем. Они никакие. Они не глазурированы? Нет, я хочу сладенькие. Ну давай ищи тогда. А это глазурированные. Давай такие возьмем. 20 ре. Уважаемые покупатели, в музее Пономария вы можете приобрести через комплекс и регулярно
Ничего себе, 2821. 152. Ладно, положи на месте. Полезный, наверное. Это патиссон. Желтый. Как желток. А все? Угу. Как она быстро. Выгружайся. Приехали. Ну и мы приехали. Ну вот, друзья, получился у нас такой выпуск. Спасибо, что вы просмотрели этот видеоролик. С вами на канале был Виконста. До новых встреч. Пока-пока.